Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня показываю вам посылку, которую я получила от Андрея Касьяненко, Гном Волга канал. Посылка с медикаментами. Недавно я на канале у Андрея увидела небольшой анонс того, что он предложил всем, у кого есть трудности с закупкой препаратов для птицы. Он помог, он предложил свою помощь, и я, конечно, поспешила к нему обратиться. Сразу скажу, что я сэкономила кучу денег на этом. Но Андрей никакие комиссионные себе не берет. Он просто по доброй воле предложил помочь всем птицеводам, кто находится в глубинке, где-то в труднодоступных местах, доставить туда, заказать, доставить туда препараты, которых, в общем-то, почти там не найти. Вот в моей местности очень трудно найти некоторые препараты, которые я очень давно хотела купить и попробовать применять их. Значит, что это за препараты? Вот посылку мы уже получили, открыли. Но в основном я заказала фоспринил. Значит, в общей сложности, если я покупаю фоспринил в Москве, одна ампула 220-230 рублей, то Андрей мне эту ампулу прислал за 160 рублей. То есть, если с каждой ампулы 60-70 рублей плюс, а в одной коробочке 5 флаконов, то тут, в общем, арифметика простая. Больше 1000 рублей я выиграла только на одном фосприниле. Потом, значит, я очень давно хотела купить такой препарат, как Лазеваль. Этого препарата я просто не могла найти даже в Москве. Ну и вот такая вот возможность у меня появилась. Значит, что я, в общем-то, задумала? Я давно хотела этот эксперимент провернуть, но не было препаратов, теперь есть. Значит, рассказываю. У меня сейчас есть индюшата. Я взяла опытную группу в количестве 10 индюшат. Посадила их в самые такие жесткие условия. То есть я их посадила вместе с гусятами в теплицу. Индюшатам около 3 недель. И я попробую их выращивать без обычных препаратов, которые мы используем. Я хочу посмотреть, что из этого получится. Я буду применять фоспринил, иммуномодулятор и антивирусный, и чередовать с лазевалем. Это антибактериальный и тоже иммуномодулятор. Значит, что эти средства, в общем-то, дают? Ну, то, что они повышают иммунитет, это уже понятно. И, значит, лазеваль вообще, как заявлено производителем, он лечит и паротиф, птичий грипп, Ньюкасла, колибактериоз. Ну, в общем, очень-очень большой список болезней, чем могут болеть индюшата. Значит, вот я попробую на этих 10 индюшатах, посмотрю, как у меня получится. Ну, на всякий случай, конечно же, я заказала вот такой метронидазол. Но это все равно, это, знаете, вот как дурные привычки старые остаются. Для подстраховки я все-таки его заказала. Но применять я на той опытной группе метронидазол не буду. То есть, да, кстати, и гистаминоз тоже здесь, в общем-то, лазеваль вроде бы должен помогать. В общем, будем смотреть. Конечно, я всегда буду там держать руку на пульсе, я всегда буду следить за этими индюшатами и день, и ночь, проверять постоянно самочувствие, помет этой птицы. Если только что-то пойдет не так, я, конечно же, сразу применю то, что нужно. Я уже по поведению и по внешнему виду индюшат понимаю, какой препарат в какой момент применять. В общем-то, попробую пока без обычной классической пропойки. Так, значит, вот такие три пузырька. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько они стоят у нас в торговых сетях. Но это смысл в том, что Андрей это взял, берет на складе. Это без магазинной накрутки, без каких-то там 25-30% вот мы уже экономим. И еще очень давно я хотела заказать вот такой препарат Агита. Это для дезинфекции помещений, где содержится
птицы, животные и так далее. И очень маленькая токсичность этого препарата. Этим препаратом можно обрабатывать в присутствии птицы, что очень важно летом. Потому что как выбрать время? То несутся, то кто-то сидит высиживает. Как обработать курятник? Никак не обработаешь, и получается ерунда. А этот препарат, я о нем слышала от многих блогеров, и отзывы, что и мухи пропадают, и там блошки, мошки, все-все подряд. Вот. И, в общем-то, то, что не опасен для птиц. Наконец-то вот у меня такая возможность появилась. Андрей мне это все закупил и прислал. Ну, в общем, я обсчитывала, если вот это все у меня вышло на 5400, 330 рублей у меня вышла почтовая пересылка, естественно, я ее оплатила, то сэкономила я больше 2000 рублей. Я думаю, что это существенно. Тем более, это я взяла не все, что было предложено. Там очень большой список предложенных препаратов, но мне просто ничего другого не нужно. Так, Андрей, большое тебе спасибо. Ты очень отзывчивый, добрый человек. Я понимаю, что, в общем, тебе это, собственно говоря, не особо нужно, вот эти вот заботы, ехать на склад, потом почтой все это отправлять. Но мы друг друга будем выручать, на том мы, наверное, и держимся. Так, в общем, я все рассказала, препараты показала. Ссылка на канал Андрея будет под этим видео. Если Андрей еще занимается этим вопросом, можете обратиться. Я думаю, что он никому не откажет. Он очень отзывчивый человек. Все, всех рада приветствовать на своем канале. Всего вам доброго, до новых встреч.